Дмитрий Медведев пригрозил забрать деньги у регионов, которые не уложатся в срок при строительстве перинатальных центров в следующем году. Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что до конца этого года в стране планируют создать 5 перинатальных центров. Остальные центры, по ее словам, будут сданы в следующем году. При этом, как пояснила министр, наиболее сложное положение у центров в Норильске и в Якутии, которые приостанавливали строительство из-за сложных климатических условий. Однако Медведев напомнил, что это и так является продлением сроков, и в случае несдачи объектов в срок финансирование будет прекращено.